Новым специализированным автотранспортным средством пополнилась служба скорой помощи Гагарской центральной районной больницы. Машина скорой помощи была приобретена за счет средств администрации Гагарского района и при финансовой поддержке предпринимателя Алика Миносян. Гагарская центральная районная больница получила новый специализированный автомобиль марки «Газель Некс» стоимостью 5 145 тысяч. На его борту есть необходимое оборудование для оказания первой неотложной медицинской помощи. По словам главврача Гагарской центральной районной больницы Индиры Арсали, на сегодняшний день автопарк службы скорой помощи состоит из 8 специализированных машин. Из них 2 реанимобиля, 4 автомобиля скорой помощи, которые постоянно выходят на линии, еще на ходу 2 машины скорой помощи, но они старого образца. Оснащение медучреждения новым современным автомобилем стало возможным за счет средств, выделенных из районного бюджета и финансовой поддержки предпринимателя Алика Миносяна.